А в копейском поселке Старокамышинск начали реставрацию Дома культуры и местной школы. Последний ремонт фасадов проводился около 30 лет назад. Ширина Дома культуры имени Маяковского 37,5 метров. Рабочие уже установили строительные леса, готовят лицо здания к покраске. Позже здесь установят новые окна. Заменены запасные выхода, лестница. Вообще здание приобретет замечательный, красивый вид. Мы все очень рады, ждем, когда все будет красиво. На ремонт Дома культуры направили 7,5 миллионов рублей из областного бюджета. Сдача объекта в конце августа. Примерно в то же время закончится реставрация фасада школы номер 23. Обновление тут ждали больше полувека. Здание 23-й школы 1957 года постройки. И за все это время капитальный ремонт фасада здания проводится впервые. Вообще капитальный ремонт был разделен на два этапа. В прошлом году были отремонтированы крыльца, приямки, цоколь, отмостки. Восстановлен аварийный выход из подвала здания. Преобразятся в Старокамышинске не только муниципальные здания. Параллельно идет ремонт в нескольких дворах поселка.